Старомовском районе трое мужчин. Жители Ставрополя решили заполучить миллион, и ради чего им пришлось убить своего земляка и бывшего коллегу-дальнобойщика. Вскрыть сейф, в котором лежали деньги, им так и не удалось. Подробности криминальной истории в сюжете Патимат Ханаповой. У ребят, да, была цель – взять деньги в сейфе. Вот. А сейф где находился? Сейф находился в машине. Они знали, бывший коллега отправляется в Дагестан, где он может получить солидную выручку. Решили воспользоваться случаем. Два молодых человека и девушка преследовали жертву от Ставрополя до Дагестана. Когда мужчина остановился передохнуть в Таромовском районе, решили действовать по заранее заготовленному плану. Район села Таромовка. Прибыли. Обнаружили мужчину. Подъехали, вышли. Сняли клем. Водитель вышел через какое-то время. Его обезвредили, связали. Пытались достать сейф. Однако завладеть желанным миллионом не получилось. Сейф нашли, но вскрыть его и достать оттуда деньги не удалось. Преступники не учли, что доступ к хранилищу может быть только у владельцев фуры, а не у водителя. В итоге разочарованные злоумышленники жестоко до смерти избили дальнобойщика. Ну, связали, получается, нанесли один, пару ударов и все. Как бы попытались вытянуть сейф, не получилось. Уехали домой. Предполагаемые убийцы дагестанскими полицейскими были установлены в течение 3 дней. На момент задержания они уже находились в родном городе Светлоград Ставропольского края. В настоящее время все участники преступления доставлены в отдел полиции по Таромовскому району. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Патимат Ханапова, Мурат Бекбарзов, Таромовский район. При содействии МВД Дагестана.